В Анапском филиале МПГУ прошел двухдневный творческий интенсив с художником Виктором Коваленко. Семинар привлек учеников школ, студентов, преподавателей. За два дня участники узнали об основах композиции и отработали полученные навыки на практике. По итогам мероприятия каждый участник получил сертификат. О том, как это было, далее в сюжете. В Анапском филиале Московского педагогического государственного университета прошел научно-практический семинар «Формальная композиция в живописи и дизайне». Эксклюзивный мастер-класс провел заслуженный деятель искусств Кубани Виктор Коваленко. Сегодня у нас в университете стартует двухдневный семинар известного художника Коваленко Виктора Николаевича, известного и на просторах Российской Федерации, ну и, конечно же, известного всем жителям Краснодарского края. Виктор Николаевич познакомит всех любителей творчества с основами композиции в живописи и в дизайне. Сегодня участниками семинара станут наши школьники города-курорта Анапа, школьники Новороссийска, учителя школьные и, конечно же, наши преподаватели, которые всегда готовы повышать свою квалификацию. Концепция творчества Виктора Николаевича в развитии традиций русского и советского академического и реалистического искусства, для которого первичной является работа с натуры. Работая в разных жанрах – картина, пейзаж, портрет, натюрморт – художник выступает как сторонник высокого профессионализма. Он хорошо запомнил завет своего первого учителя – пишите, изучайте, но главное – чувствуйте. Я всегда, часто во всяком случае говорю, что учиться никогда не поздно. И Микеланджело, когда умирал, он только сказал перед смертью, я только вот сейчас понял, что надо было делать. Это такая глыба. И так, с такой самокритикой, да? Мы должны у них учиться, слушать их, смотреть, изучать, потому что года проходят, кажется, ты уже вот-вот сколько знаешь, а потом снова узнаешь элементарно, чего ты не знал, видел, но не знал. Вот я всегда говорю, мой педагог первый говорил всегда, главное не видеть, а чувствовать, надо дышать этим. Поэтому надо, одни говорят, смотрят, но не видят. Вот надо видеть. Семинар оказался интересным и для студентов, и для школьников, и для преподавателей. Коваленко рассказал участникам мероприятия о способности чувствовать природу, передавая на холст ее состояние. Ведь природа для него – это место спасения от современной цивилизации. Очень мало осталось преподавателей, которые передают свой опыт так наглядно, так искренне и с такой душой. Большая благодарность университету за то, что организовывает такие мероприятия, за то, что у нас есть возможность в них участвовать, получать новые знания и общаться с такими людьми, с такими педагогами. В Анапском филиале Московского педагогического государственного университета постоянно проходят мастер-классы опытных и успешных специалистов, которым есть чем поделиться. Это люди, которые готовы вкладываться в будущее студентов, помогать им в развитии их карьеры. Ведь, как известно, пройти практику под руководством профессионала – надежный шаг к серьезной работе в живописи и дизайне. Университет практикует такие мероприятия достаточно часто, потому что мы всегда открыты инновациям. И важно, чтобы всегда наши студенты видели специалистов разного уровня, в том числе и те, которые известны на уровне нашей страны. Также в Анапском филиале МПГУ стартовал новый проект «Дизайн-класс» для учащихся 8-11 классов. В рамках проекта будут проходить еженедельные бесплатные занятия для творческих ребят школ города-курорта, которые в будущем планируют поступать на творческие специальности и направления подготовки. Участие в проекте позволит подготовиться к поступлению и просто окунуться школьникам в творческую среду, развить свои навыки. Март 2023 года для Анапского филиала Московского педагогического государственного университета очень знаменательный, потому что нам исполняется 25 лет. 25 лет мы существуем на территории муниципального образования город-курорт Анапа, и 25 лет мы выпускаем высококлассных специалистов. Конечно же, нет ни одного образовательного учреждения в городе, где не работали наши специалисты. И педагоги начальных классов, и русоведы, и математики, и информатики – все это наши выпускники. Помимо среднего, профессионального и высшего образования, Анапский филиал Московского педагогического государственного университета реализует программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере образования, психологии, дизайна, управления и экономики. С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте филиала или по телефону приемной комиссии 42676 и Центра непрерывного дополнительного образования.
компании инноваций 90311. Мы всегда открыты нашим абитуриентам. Мы готовы предложить им и второе высшее образование, и профессиональную переподготовку, и повышение квалификации. Мы всегда открыты, наши двери всегда открыты для наших абитуриентов. Уже сегодня филиал готов к приемной кампании 2023 года и ждет своих абитуриентов. В этом году филиал обновил перечень специальностей. Появились такие специальности, как туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, право и организация социального обеспечения, юриспруденция. Традиционно филиал предлагает бюджетные места и по окончанию обучения диплом государственного вуза. Мы сегодня можем предложить как педагогические специальности разных профилей и специальности, связанные с дошкольным образованием. Мы можем предложить специальности, связанные с логопедическим образованием. Ну и, конечно же, можем предложить творческие специальности, дизайн. И мы можем предложить управленческие специальности, например, государственное муниципальное управление. Новинкой в этом, скажем так, наборе 2023 года, конечно же, у нас будет история и право. Мы продолжаем выпускать специалистов гостиничного дела и продолжаем набирать специалистов информационных систем. Алиса Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.